Сегодня я позвал свою сестру спайпати, чтобы посмотреть, кто из нас круче шпион, а кто из нас круче снайпер. Желаю вам приятного просмотра. Ехала. Бля, ты уже все успела сделать, сука. Ничего я пока не сделала. Ты, блядь, понимаешь, что деревья мешают нахуй, пиздец. Реально? Там много деревьев, они все мешают? Блядь. А я думала, это такая карта, я не знала. Но она выбрала, что выбрала, давай ее сыграем уже. Сука, пиздец. Все успеешь сделать? Да-да. Бля. Пиздец. Ну тут как-то вообще неудобно передвигаться, если честно. Угу. Блять, не он. А может он? Не-не-не. Пошел нахуй, Карл. Блять! Как это потно было, пиздец. Типа я тупанула прямо перед этим, сделала перед тобой, такая, оп. Фух, ну сейчас ты потерпишь, блядь, тут. Сейчас посмотрим, все, поехали. Ебать! В натуре нихуя не видно, слышишь? Терпи, терпи. Пиздец. Я в шоке. Ладно. I mean you're right. Так. Ну, есть у тебя уже подозрения какие-то определенные? Да. Есть. Как хорошо, что амбассадор самый первый, кто улетел. Бля, ты поменял статую или нет? Я сейчас не заметила, сука. А вот нужно было смотреть. Так, времени мало, блядь. Можно сейчас поменять. Бля, тут еще же другие статуи есть, я хуею просто. Так. Книгу вроде надо еще сделать. На изи. Бля, нет, это не ты, походу, сука. А кто же тогда? Блядь, это то, что там долго стоит, сучит. Ты что, все уже заканчиваешь? Да. Серьезно? Блин, да кто ж ты такой? Так, книга. А ты не успеешь выстрелить, мне похуй. Блядь, где ты там? Какая книга, нахуй? Найс. Че, рофлишь? Да я выстрелю в кого-нибудь просто. Подожди, где ты, сука? Где этот чувырло? Не знаю. Фух. Блин, серьезно? Фух. Фух. Давай поменяю, везу эту карту. Ужасная карта. Мне повезло, что ты очень сильно спалилась, типа... Когда карликом бомбочку поставила, я сразу тебя увидел. 17 гвест, Диана. Гвест. Тут 21. Ёба. Так мы играли. Короче, выбирай, выбирай. Выбирай, что хочешь. Поехали. Погнали. Ебать. Ебать. Ебать, тут толпа, слышь? Ужас. Ну-ка. Бля. Бля, скажи, что там дизреспект или не дизреспект. А я... Что? Я только так могу? А с другой стороны не можешь? Да! Пиздец. Охуеть! Это самая тяжелая карта, блядь. Это самая тяжелая карта просто. Подожди. Сейчас руку просто протянула, блядь, или что-то сделала, блядь?
Я даже или не знаю, что амбассадор. Ну, хуй знает, что я сделала. Блядь. Понимаешь, что я даже не вижу, типа, что за статуя, потому что, блядь, это хуйня. Я вижу, что, типа, кто-то берет, типа, статую, я не вижу, типа, что вообще происходит. Блин, это жестко. Бля. И как мне понять? Все, давай. А, блядь, что? Ты же на время только что посмотрела! Да, я посмотрела на время. Я хотела этот контакт Double Agent сделать. Она ушла, эта сука. Я случайно на время посмотрела и добавила. Ну, этот чувак одновременно со мной на время посмотрел. Ты ебанутая, что ли? Я смотрю, ебать, на время посмотрел, время добавил, ебать. Все нахуй. Ебать. Ебать. Ему не повезло, нахуй. I mean, you're right. Ну, тут вообще реально очень неудобно. Не думай даже, не думай. Мне надо бабушку тренировать, Павел. Не тренируй бабушку. Бля, это бабка хайлайт, хайлайт, ну да, если чё. Зачем? Странно она. Там, ну хотя она уже слишком долго там стоит. Бабушке не допустим чё. Время добавлено! Пизди, я слежу за ним. Молодец. Много заданий осталось? Последнее. Угадай, какое? Свайпнуть статую? Даже не знаю. Сука! А статуя... А статуя свайпнута в самом начале игры. Даже не видно, блядь, статуя. Ну ты по тени должна ориентироваться. Сама, блядь, выбираешь тяжелые карты, сама и терпи. Несправедливо. Давай с акулой, короче. Ага. Блядь. Так, сколько тут статуй? 4. Нет. 8. Тут 8 статуй. Бля, что ты успела сделать? А как ты понимаешь, что я что-то делаю? Ну, предполагаю. А-а-а. Да, да, что? Да. Можешь клона убрать, в принципе. Не ходи за него больше, Лена. Клона? Да. Ну, клон, близнец. Можешь стрелять тогда. Сейчас. Если ты так уверен. Не базарил, в принципе. Базарил. Вот этот генерал, блядь, который подсвечивается у нас. Огромная кучка там. Так, отойти быстренько от амбассадора. Сучки, сучки. Да. Ты в курсе, что подходить и сразу базарить слишком палевный мув? А, сука? Да.
А может, я все-таки уник стою? Карлик, да? Ну, может, ты все-таки близнец? Ну, поэтому ты, в принципе, и говоришь того, кого видишь рядом. Ай, бля. Так. Здесь я ничего не проебал. Может, ты проебал? Не знаю. Кто ж тебя знает? Бля. Ну, кто же знает, скажи. Может, я сейчас прям статую меняю? Какую-то из... Блядь! Я статую забыл запомнить. Какие там были? Бабка. Блядь, по-моему, поменяла ты. Ну, возможно. Блядь, я реально там забыл статую. Посмотри, да, похуй. Сука! Да! А что там этот официант так быстро подбежал? Блядь, слушай, там столько людей стояло у этих статуй, они обе взяли эти бабки статуи, думаю, ты на них смотреть будешь. Я подошла, оно не нажимается, не, там у амбассадора. Короче, мув мне не понравился, когда ты сразу пошла и базарить начала, это, наверное, тебя испалило в большую часть. А так с амбассадором там же баг нужно сделать. Ну, какая разница, ты подошла и ты в компанию, когда приходишь, сразу со всеми так, ой, здорово, ребята, просто ну, подходишь в толпу. Привет, как вас дела, что а делаете? Вот нет, а вот нет. Запоминай статуи. Подожди, тут их... Подожди, а у нас другая карта даже. Да. Блин, да? Че, как там запомнилось? Нормально. Можешь время добавить? Добавь. Я уже добавил. Нет, не пизди. Было 2.45, если что. Да-да. Диана, я без ровно сейчас. Ты охренел тогда? А если ты добавил время? Да, так. Тогда ты баба. Я просто сейчас стреляю, блядь. Если ты мне напиздел... Сука, нет? Я добавил время. Я думала в него стрелять. Это когда он на балконе стоял, блядь, или баба? Я чуть запомнил, что баба стояла. Ну. Ух ты. А время-то добавил все равно. В самом начале, между прочим. А что там 4 минуты, блядь, было? Я думала, так и должно было 3, точнее. Ну, у тебя сейчас 4.45 будет. Ладно. Окей. Все, сейчас это точно, смотри. Так. Угу. Сука, не смей статую мне. Не смей. А я возьму и поменяю. Не смей. А я возьму и поменяю. Не смей. Я за всем слежу. У меня глаза везде, блядь. Угу. Так. Хайлайтик. Ну там баг, конечно, можно было вообще легко сделать уже давно. Ну тогда. Заебёшь! Что ты, как ты увидел, что я его багнула? Я все вижу. У меня, я говорю, у меня глаза везде. Как ты увидел? Там же стенка была. Мне... похуй, мне похуй. Ой. Не забывай, что когда хайлайт видно сквозь стенки и весь твой силуэт, как ручка вот эта вот идет. Спасибо огромное за то, что посмотрели этот ролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх под этим видео. С вами был Флейджик и Диковинка. Всем удачи, всем пока.